Всем привет! Выехал на рыбалку на речку Южный Буг. Нахожусь на одном из моих любимых мест. Здесь два дерева стоит, тенечек. Не жарко будет рыбачить. Сейчас место немного почищу от травы и будем закармливаться. Сегодня в планах половить на удочку с боковым кивком. Также заброшу пару донок на карпа и вечером одну донку на сома. Буду проверять активность сома. Также взял с собой ультралайтик. Будем тестировать, продолжать тестировать цикаду самодельную. Второе место еще хочу почистить. Тут рядышком буквально. Метров 15. В прошлом году здесь карасиков хороших ловил. Под килограмм. Прикармливать места я буду сегодня карповой кашей для флета по своему рецепту. Но немного сегодня доработала рецепт. В кашу добавил тигровый орех. Хочу посмотреть, как по карасю она покажет. Может, даже и карп подойдет. Посмотрим. Гирища на сома и карпа я использую длиной 3,60, тестом до 200 грамм карбоновые. Катушку и удилище покупаю в Алиэкспрессе, ссылку оставлю в описании. Удилище вообще классные, легенькие и мощные. Кончик у них идет из цельной стекловолокна. Еще и светится в темноте. Ловить я буду на снасть скользящим грузом и простым отводом, без подводного поплавка. 1 метр, флюорокарбона 0,5. В качестве наживки будет нарезка. Вчера плотву чуть-чуть половили, осталось. Недавно видел здесь рыбака, он говорит, что сома ловит только на нарезку из рыбы. На живца здесь плохо клюет. Я рыбалок уже 10-15 выходил на живца, пробовал ловить сома по нулям. Даже поклевки не было. А параллельно на червя и на медведку были поклевки. Бейтранер. Ну и третья донка у меня кормачок с той же кашей на карпа и фидерное удилище. Это фидерное удилище я поставлю на автоподсекатель, который делал в прошлом году.
кто не видел, ссылочку оставлю в описании и конечной заставке. Так, открываем дугу, даем слабину и заводим в резиновое колечко. Хотя, конечно, сочетание автоподсекателя и нити на удилище это плохо. На леске еще хорошо. Так, все, автоподсекатель взведем. Я пойду проверять на боковой кивочек. Уже должна рыбка подойти. Есть первый карасик. Маленький. Кто и клюет. И кто у нас? Плотвица маленькая. Отлично как раз для живца на сома. Еще один карасик и опять мелкий, и опять на этом месте, а на том месте куда летать захотел, а на том месте пока только плотва. Это маленький. Где мои полкилошные карасики? Вообще, три последних рыбалки на этой реке, на Южный Буг, полностью пролетные. За 4 часа бывало, один карась клюнет и все. А то вообще без поклевок.
Окунь, конечно, постоянно клевал на цикаду, на вертушку. А карась куда-то пропал. Сегодня, кстати, пятница 13-е, с самого утра день не забылся. Первое, это тормоза отказали, пришлось с утра ремонтировать. Второе, ехал сюда по пути, попала палка в колеса, вырвала спицы, 3 штуки, погнуло, изоленту он скрепил, так и доехал. Короче, не знаю, приключения одни. Сработал подсекатель. Божечки, что происходит? Непонятно. Да. Ну, наживца. Уловы нынче радуют. О, хоть окунёк радует поклевками на цикадку самодельную. Как ударил. Да ты шо? Что такой хорошенький матерый окунёк. Такого можно взять на засолку. Вот такой красавец. Кстати, вот такой цвет цикады пока самый уловистый. И по щуке, и по окуню. И серебро тоже хорошо ловит. Недавно были на рыбалке, позавчера, то у жены взяла щучка на такую тоже цикадку. Так, ладно, окуня это хорошо. Но время забрасывать донку на сома. Так, медведка. У меня еще одна снасть на сома есть. Надеюсь, там никто не клюнет. Хочу на фидер поставить. Самая простенькая снасть. Грузик, метр лески, крючок, все. У меня еще старый живец есть. Сделаю нарезку, заброшу. Смотрел только, что кончик фидера шевелился. Там нарезка из рыбы стоит. Поклевка. Была поклевка на нарезку. Пробует сомик. Давай, сделай дыш. А еще разок. Да возьми нормально.
Сейчас скушает и все. Очень аккуратный сом. Все, походу медведки нет. Проверим, что там с донкой. Ух ты! А тут, оказывается, вот то черебонькал нашу медведку. Боже, масенький какой. Выпускаем малыша. Мне в комментариях писали, что на паленую медведку хорошо сом берет. Это уже медведка старая, так что немного подшмалю ее. Попробую тоже подсмолить немного рыбу, нарезку. Видео назвать «Сом на жареную рыбу». На нарезку. На жареную нарезку была поклевка. Вот тебе на. Кто мог подумать, да? Последних полчаса поклевок нет. Буду я, наверное, сматывать удочки. Не знаю, понравилась ли такая рыбалка. Спасибо тем, кто смотрел. Всем пока.